Анаспис – большой род жуков, принадлежащих семейству Скраптеиды. Этих маленьких жуков иногда ошибочно называют шипоносками или горбатками из семейства Морделлиды, поскольку они в большом количестве встречаются на цветках и имеют привычку падать на землю, если их потревожить. У них нет общеупотребительского названия. Но некоторые недавние авторы придумали название «жуки-ложноцветы». Жуки встречаются на цветах. Личинки части видов развиваются в гнилой древесине и в афилофоровых грибах. Развивается преимущественно в отмерзших ветвях хвойных и лиственных деревьев. Имаго активны с мая до июля.